Ежедневно железнодорожной станцией МЦД-4 «Лесной городок» пользуются порядка 1000 человек. Теперь добираться до нее будет намного удобнее и комфортнее. В этом году заасфальтировали пешеходную дорожку до частного сектора, установили лавочки и урны. Сейчас ведутся работы по благоустройству подходов. В настоящее время завершаются работы по благоустройству и устройству ливневой канализации, отсекающей поверхностные воды внутрь тоннеля. До 20 декабря здесь установят шумозащитные экраны. Кроме того, глава округа поручил проработать вопрос с расширением парковки, благоустройством сквера и не только. Просим его доделать и вот эти элементы, в том числе безопасный регион, свет. Свет камеры и резину можно обновить. Она более-менее в нормативе. Год назад вблизи станции была организована перехватывающая стоянка, разворотная площадка для общественного транспорта, смонтированы два остановочных павильона московского образца. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».